Последняя капля, из-за чего жертва финансовой пирамиды подожгла себя в центре столицы. Он написал в Инстаграм: «В моей смерти прошу винить Абдрахманова». Когда за рекламу мошенников начнут наказывать блогеров и какое имущество у них уже отобрали. Молотят языком, почему в спор между зерновиками и мукомолами не вмешивается государство. Занимаетесь бизнесом, зарабатывайте на этом, будьте добры договариваться. Кому не хватает зерна, где уже подорожал хлеб и кто пострадает от запрета на экспорт пшеницы. Частный подход. Как изменится работа детских садов после случаев издевательства над малышами? Это нужно вывести из-под сферы частного предпринимательства. Хватает ли мест в дошкольных учреждениях и будут ли закрывать частные сады? Большие новости в субботу в 21:00 на КТК.